Всем привет, ребят! Всем хорошего настроения, удачного дня! Я сегодня начинаю записывать видео. Вот. У нас тут опять непогоды, у нас тут дожди льют. Но у нас тут в Лось вольют. Мы как-то не очень сильно замечаем, если честно. А вот в городе Кропоткин, Краснодарский край, Кавказский район, кто может знает, там сейчас вообще апокалипсис, там затопление, там дома у людей топят, там все топит, садики не работают. По крайней мере, сегодня не работает садик тот, в который мы раньше ходили на нашем районе. Там даже не бетонные, а кирпичные заборы, где поликлиника посмывала все просто-напросто. Там полгорода без света сидит, там апокалипсис. У нас тут такого в Лосево нету, хотя тут до города ехать, блин, 10 километров. Там апокалипсис, там дома по два раза уже затапливают у людей, потому что вот не так давно, несколько дней назад было у них там наводнение, затапливало дома. И вот сегодня прям ночью было затопление, дома затапливают у людей. Давно такого не было, там все дороги размывает. Где на вершинах дома стоят, верхние улицы, да, там дороги размывает, вот так вот все это размывает, так песок, не песок, там гравийные дороги есть, где и прямо аж вот до газовых труб, как газ под землей пропускают, вот так вот до этих аж прям труб размывают, там ужас. Вот, и я решила показать, как муж тутовник этот выкорчевал за домом. Они тут с ребятами, потом соседи пришли, помогли ему, бензопилу принесли, выкарчивали там это все. Вот, сейчас пройдем, посмотрим, я покажу все. Короче, вот так вот. Ой, блин, а он тут уже забор обратно поставил. Решеточку убирал тут, пока это корчевал. Убрала, сейчас опять поставила. Я думала, я сейчас тут пройду. Сейчас теперь вокруг дома все опять обходить. Короче, как-то так вот, ребята. Там бедные люди, просто бедные люди. Представляете, сколько убытков? Сколько убытков, сколько ремонта, мебели людям. Кошмар. Где-то я читала, типа того там... заполняя заявление, то, что тебе дом затопило, и представляете, знаете, сколько всего плачут? Ну, это я так прочитала в группе в одной. 10 тысяч всего лишь платят. 10 тысяч! 10! Это что? Это что? Это что за деньги 10 тысяч? На что хватит? Вообще ни на что. Вызвать водокачки, чтобы тебе откачали дом, и все. Да, в этом году природа. Природа очень зла на человека, наверное. Очень зла. Просто апокалипсис везде, по Ставропольском крае. И вот он в Сочи, Абхазия, Гагра, там тоже все топит. Там тоже ужас. Да, природа не на шутку разозлилась, не на шутку. Сейчас мы уже дойдем, и я покажу, что тут получилось. Ну, тут еще он будет корчевывать. У нас, говорю, дожди идут. Тоже тут. Сейчас я переверну камеру и покажу. Вот что получилось. Вот такие вот котлованы от фундамента. Что это фундамент? Это не назовешь фундаментом. Вот они, эти все корни, которые, естественно, шли под дом. Были бы трещины все вот эти. Но здесь вот одна трещина есть. Фокусируйся. Но неизвестно, от чего она. Или, может, от дерева, правда, от этого. Вот. Вот эти вот корнища все вот эти вот были. Вон они, вот эти вот. Вот они, это столбы от этих деревьев. Вот еще надо будет выкорчевывать вот это вот. И вон ту вот поросль. Это уже поменьше поросль, конечно, чем это. А я сейчас пойду, пока дождя нету. Парит. Наверное, дождь опять будет. А это наша киса Гера. Гера. Киса. Вот так вот. Пока дождя нету, потому что парит. И дожди передают. Пойду хмель. Хмель поубираю. Пася.
Ребята. Бася, Бася, Бася. Бася. Вот он и Басик. Бася, Гера. Вы что попу свои показываете? Иди сюда. Лёвник противный. Бася. Красавчик, да? Ну вот, а я, собственно, вот эту вот площадку хочу почистить от хмеля. Повыдирать его с корнем, попробовать. Все же лучше, чем просто косилькой верхушки сбить. Надо его повыдергивать, избавляться от него, потому что это такая гадость, то, что оно, блин, растет и растет постоянно. Сейчас вот это вот хочу, уже говорю, поубирать. Муж пока не после ночной смены. Сейчас тут чуть поубираю, потом его пойду разбужу и не знаю, что, что-нибудь уже дальше будем делать. Что придумает, как бы делать тут есть, что. Ну, что придумает, то и будем делать. Может, он что-то свое буду делать, и это уже буду продолжать тоже свое делать. Ну все. Приступим, так сказать, к уборке. Ну все, приступим, так сказать, к уборочке к нашей. Вот, вот видно меня. Вот это вот я вот, ну не могу понять. Вот это вот веревочка. Здесь а раньше те, кто хозяева жили, мужчина занимался сено делал, тюкова. И вот эта вот штука, вот эта вот вся веревка по всему двору, по всему полностью, везде, вот где мы тут убираем вот эту вот заднюю территорию, она тут везде. Блин, ну ё-моё, я не знаю. Но это же твой двор, да? Ты не собирался на тот момент ничего продавать. Ты с детьми жил тут. Блин, ну скидывай ты это в кучу. Скидывай в кучу, потом сжигайся, оно тебе не надо. Сделай себе какую-нибудь, сколоти загородочку метр на метр. И скидывай вот эту вот веревку. А теперь сейчас, когда муж еще будет мотоблоком здесь, вот это вот хочет там вспахать, чтобы на следующий год можно было во дворе посадить, а огород мы не будем трогать, да? И вот эта вот его веревочка задолбет так, то что это будет просто ужас, мотоблочь здесь этот двор. Тут-то, блин, косилка, он сколько ее вот бензокосилкой наматывал на катушку. А это я не представляю, вот такие вот шматки, блин, валяются, ну ё-моё, ну зачем такие, да? В мешок собираю, я не знаю, ну куда-нибудь, блин, вот я не понимаю таких людей. Но это же твой двор, зачем ты себе, сам себе гадишь? Сейчас ты тюкуешь сено, на следующий год ты захочешь чем-то другим заниматься, теплицы, блин, во дворе поставить, и ты будешь вот это вот все свое убирать. Вот я этого не понимаю, конечно.
Пойду я дальше убирать. Я думаю, понятно, чем я буду заниматься. Сейчас я выключу видео, потом включу. А то так один раз тоже снимала. О, не помню. Где лавочка у нас стоит, там я расчищала от травы. И так быстро все ускорила и просто выжила. Там чуть-чуть там минута, по-моему, видели. Чуть больше минуты было. Там в комментариях писали. А зачем вы это выкладываете? Люди что? Посмотрите, как вы траву выдергиваете. Я пишу, да, вдруг вы не умеете. Ну, в принципе, понятно, что я буду делать. Чуть будет процесс проходить, буду показывать. Что, ребята, сейчас я покажу вам промежуточные результаты. Что получилось, тут корни, конечно. Это просто ужас, их выдирать. Благо, еще земля не такая, скажите мне, утрамбованная. Вот это вот такие корневища. Просто ужас, сколько их тут. Сейчас я переверну камеру и покажу, что там и как. Вот такую площадь мне удается пока очистить. Вот это вот все идет, корень тащишь, оно все скручивается, и все вот это вот все вместе надо тянуть. Вот они, корни. То, что уже когда старый он. Вот это старые корни, получается, вытягиваю. Ну, тут просто огромный. А участочек-то вот совсем маленький, а мусора уже собралось. Это просто ужас. Ну и вот и что, вот чуть-чуть да расчистил. Тут и незаметно, что тут кто-то, блин, убирался, что-то делал. Бесконечное множество дел. Все у нас тучки заходят. Что-то темненькое. Тут, видите, небо чистое-чистое. И вот затягивает. Солнце то зайдет, то выйдет, вот с той стороны небо чистое. Получается, с города затягивает, с того края. Сейчас солнце то зайдет, то выйдет, парит так. Ужас, просто ужас. Ну что, продолжим, пойду я, может, мужа начну будить, толкну, скажу, сколько времени. Просто он не сказал, во сколько будить. А вот тут еще одни наши питомцы. До уточки. Пока у меня только две. Остальные. Это у свекры то, что у него вылуплялось. Так. То нам отдала. А нам дали лоток яиц. 30. Потом инкубатор положит. И выведет нам до уточек. Пока у меня только две. Сидят вот тут. А мы тут уже гусей пасем. Там работа окончена. Ну, не до конца, правда, но... Маши, привет! 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 А ты идешь, лунатик? Махать привет! Ты будешь говорить привет? Привет! Ночью сегодня лунатила она у нас, да, Еся? Да. Да. До зала доходи, до кухни дошла. Они там уже... В загоне все выкосили. Когда мы им переносили загон? 3 дня назад. Вот были кушари. Вот как, ну, на заднем фоне. Вон они.
Вот такие же. Все, они уже все выкосили, блин. Так их всего их тут три штуки. А этот загон, он огромный. Для них, для троих. Они все выкашивают. Ну, мамонты. Кто он большой? Кто большой? Дом. Дом? А я говорю, за гусиный дом. Вот так. Вот они. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Как с голодного края, как будто травы не видели, как будто у нас тут засухи, травы нету. Он уже все выкашивает опять. Да. С головы уже пух сходит, а шея еще в пуху. Такие вот дела. Еще вот тут один белый, один белый. Да, одна гусочка белая, да? Да. А у меня две девочки. У тебя две девочки? Не гоняй. Не гоняй, не кушай. Мы с садика приехали, забрали их. Ну и, естественно, по традиции мороженое. Сейчас пойду покажу луга наши. Ну, не наши, конечно, которые около нашего двора. Многим нравится. А я хочу поля показать. Пойдете со мной? Нет, мои гуси. Ну, ты гусей тогда паси. Многим нравится. Сейчас мы покажем. Вон они. Красотень. Это кукуруза растет вон там. Ну, следующая пшеница, а вот это вот кукуруза. Мама, дальше вот это вот коричневое, это уже ячмень. Посмотри. Кукурузка, да? Мам, посмотри, вот это уже подросло. Это кукуруза, да, подросла. Да. И пшеница уже начинает. Много, конечно, уборка еще не скоро, но и все же. И самое есть хлеб, да, мам? Да, хлеб из кукурузы, из пшеницы. Да, это хлебушек будущий. Сделают муку на мельнице, а потом хлебушек, да? Да. А, кстати, мама, это...